Этот интересный фрукт называется бамия. Овощ. Овощ. Или окра. Жопки отрезали. Вот как он выглядит. Порезали вот такое количество, на такие кусочки. Сколько здесь? Полкило, наверное, да? А? Полкило где-то. Паунд. К ним сейчас пойдет половинка лука. Не половинка, туда две луковицы идут. А, две луковицы? Просто это половинка есть и вот такая большая. Значит, к одному паунду, к полкило идет, две луковицы идут. Средних. У нас полторы луковицы, потому что одна очень большая. Так получается. Примерно такие кусочки лука. Так, здесь, ну, можно сказать, две средние головки лука, 5 зубчиков чеснока, и 5 минут это все обжаривается. Режем помидор, ориентироваться, штучки 3 средних помидор. С помидорами обжарили, будут закидывать этот чеснок. Так, помидоры закинули, еще немножко обжариваем. Ну сколько? Минуты 3? Чуть посмотрим. Ну так, минутки 3. Может, обжариваем? Сейчас будем основное блюдо закидывать. Основной овощ. Так, сейчас начнем. Нам нужно стакан воды. И томатная паста. Сколько томатной пасты нужно? 3 столовых ложки. 3 столовых ложки. И что, размешать в стакане воды? 3 столовых ложки томатной пасты. Размешать в стакане воды. И вылить все. Вот сюда вылить все. Я помешаю. Размешиваем до однородной жидкости. Так, выкладываем бамию в сковородочку. Напоминаю, еще это называется овощ окра. В общей сложности 15 минут это все будет готовиться. Еще не прошло 15 минут, просто нужно помешать. Периодически. Помешал. Сырое вроде не едят. Даже не представляю вообще, какой вкус. Красота. Пока. И как на вкус? Солененько. Так, сейчас выключаем. А почему я? Ну давай, я попробую. Ну, так, 15 минут прошло. Сейчас будем пробовать. А может быть, когда в тарелку уже попробуем? Может, подержать. Может, давай еще подержим. Пусть так настоится, ты выключила все, пусть. А можно маленький кусочек? Это вот маленький. Маленький, вот маленький. Вот-вот. Ну давай. Вот маленький. Только дуй. Просто дуй. Так, сейчас попробую. По вкусу напоминает, как будто горошек, бобы и синие смешанные. По вкусу. Вот что напоминает.
Вкуснятина. Вот такое блюдо получилось. Сейчас будем пробовать. Ребята, очень вкусно в этом сочетании. Очень вкусно. Советую. Ну, получилось как рис с рыбой, с овощами по вкусу. Вкусно?